Ну, кому чайку? Вот на всех хватит. Ну, бабка, какой же черт. Ну, как же. Все, дальше не иду. Семейные ценности. На. Поставь, спасибо тебе. Да ладно, пожалуйста. Фух. Я сам терпеть не могу грязную обувь. Мне нет никакого дела до вашей обуви. И все-таки вам это неприятно. Это написано у вас на лице. А вы читаете по лицам? Конечно, и довольно неплохо. Я даже могу сказать, что вы, например, не замуж. М? Если я не ношу обручального кольца, это еще ни о чем не говорит. Даже если бы вы носили 3 обручальных кольца, все равно вы не замужем. У вас взгляд незамужней женщины. А что, незамужние женщины смотрят как-то по-особенному? Конечно. Они смотрят оценивающе. Так смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины. А я милиционер? Нет. Нет? Нет. А руководящий работник? Не-не-не. Вы работаете на заводе. Вы мастер, так? Хотя не исключено, что в последнее время вас стали продвигать по профсоюзной линии. Есть такое? Да-да, что-то в этом роде. Да это все несложно. Я сам мастер, слесарь высшего разряда. Кстати, тоже не женат. А вот это скорее говорит о ваших недостатках, чем о достоинствах. Это ни о чем не говорит, просто мне не повезло. Ну да. Она, конечно, была стерва. Нет, она прекрасная женщина. Вот сейчас вышла замуж, счастлива. Значит, вы плохой человек? Я? Да у меня практически нет недостатков. Ну, а как насчет? Что? Ах, это я люблю. Но только вне рабочее время и под хорошую закуску. Знаете, я живу на Вернадского, там недалеко эти Воронцовские пруды, березки. Так хорошо, сядешь в тени. А вокруг гуляют дети. Какие дети? Нет, никаких детей, мы уходим подальше от всех. И вообще не портим окружающую среду, после нас всегда все чисто. У меня есть приятель, он вообще язвенник, ему ничего нельзя. Он приходит посмотреть, просто порадоваться за нас. Понимаете, когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком, а сверху балтийскую килечку... Черт побери, вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли. Договорились. В следующий раз беру тебя с собой. Спасибо большое. Но на ты, по-моему, еще не переходили. Так мне показалось. Так давай перейдем. Всего хорошего. Сыночек, самовальчик. Сыночек, на руки.